Ребятушки, всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Извините, я без спецоборудования, возможно, немножко видео будет не таким хорошим или звук не таким хорошим, так как сейчас нахожусь в Южной Корее и нет у меня ни микрофонов, ни камер, все снимаю вот сейчас так вот с ноутбука, поэтому уж не обессудьте. Значит, о чем у нас речь? Появилась такая информация не далее, как вчера. Но вчера я не мог записать, так как нахожусь на учебе, учился. Вот сегодня появилось время, решил вам продемонстрировать, какая же информация. Инсайдер один. Вот такую вот статейку выпустил. Конкурент Apple Watch Ultra. Значит, инсайдер показал внешний вид и раскрыл некоторые характеристики Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Если кто не знает, то в этот раз Galaxy, по слухам, опять-таки же, как бы прямой информации еще нет, собирается выпустить три версии часов. Это Galaxy Watch 7 простые, да, потом Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch FE. Посмотрим, как будет на самом деле, но не суть. И вот, значит, смотрите, вот так они выглядят. Я сейчас вам это еще покажу картинку побольше, чтобы, так скажем, у нас был вид такой конкретненький, да? И мы с вами могли их рассмотреть вблизи. Так, значит, смотрим с вами. Вот такой вот вид. У данных будет часиков, видите, квадратненький, датчики немножко другие, ремешок крепится, как у Apple Watch, только не сбоку, я так понимаю, как-то вставляться будет, да, экран, как видите, круглый, но часы сами по себе квадратные, будет две клавиши, кнопки и одна крутилочка, короче, будет. Так, теперь, что значит они нам там предлагают, что известно, новинка получит необычный внешний вид с квадратной рамкой вокруг круглого стекла и корпусом размером 47x47 плюс 16,4 мм. Панель будет иметь радиус 1,5 дюйма. Такой же экран установлен в Galaxy Watch 6 Classic. Далее, Galaxy Watch 7 Ultra также получит круглую физическую кнопку управления. Ее разместят на правом краю между двумя кнопками. Она получит такой же функционал, как в Apple Watch Ultra. Кнопку можно будет назначить для разных действий. Также требуется увеличение отверстия, динамики будут, короче, большие, новые крепления для ремешков, как я вам и говорил. Да? Дальше давайте сейчас с вами немного рассмотрим еще, что там есть. Какая еще картиночка? Вот такая, да? Смотрите, значит, вот так будет выглядеть. Вот они, эти кнопочки. И, значит, колесико само тоже здесь. И последняя картиночка, или нет, предпоследняя. Значит, вот такая у нас. И по итогу мы с вами имеем три изображения. Ну, по ним уже сделать можем какой-то определенный вывод. Ну, давайте дальше прочитаем. Когда ждать? Релиз Galaxy Watch 7 Ultra должен начаться в июле. Новинку покажут вместе. До этого, кстати, говорили о том, что циферблат сам по себе будет квадратный. Часы квадратные. Ну и, соответственно, циферблат квадратный. Я бы, конечно, лично мое, конечно, желание, прям вот квадратный дисплей. Прям не знаю почему, но хочу. Хотя классика, в принципе, круглая тоже отлично смотрится. Но квадратный хочется. Вот если бы они сделали его полностью квадратный циферблат, как Apple Watch, было бы, мне кажется, классно. Как первые часы, помните, были у них такие вот. Сейчас вы видите на экранчике, да, это Gear S. Прикольный экран был такой, да, как видите, загнутый. Кстати, они до сих пор еще нормально смотрятся. Даже если бы они еще тоненькие были, вообще был просто шикардос. Вот такая вот на данный момент информация. Если вы хотите ее сами прочитать, пожалуйста, в описании видео ссылочка будет. Там пройдете, прочитаете. Также посмотрите где-то более подробную информацию. Все по ссылочке. Ну, вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с своими друзьями в социальных сетях. Лайки, комментарии приветствуются. Как вам эта модель? Интересное ваше мнение узнать. Пока!